утро раннее, все спят. Поэтому можно поснимать. Я наконец-то в Москве у своих друзей. Вот такая вот у них кухня. Семья большая, поэтому и кухня большая. Так вот. Бутылей сколько. Вчера я приехала, не спавши, после съемки на телевидении. Ну, понятно, встретили как надо. Ну и результат был потрясающий. Вот это вот. А мне сегодня ехать. Второй день сниматься. Ой, а головушка Бубо. Ну, что делать? Это жизнь, никуда не денешься. Всяко. Привет! Смотрите, вот какая у Марины с Сережей мебель. Конечно, ее нужно подреставрировать, но пока стоит. Так. И вот такой вот диван. Мы его переделывали, перетягивали. Это Марина так валенки разрисовывала. Ой, она такой человек творческий вообще. Ой. Один валенок с домиками. Второй с цветочками. Вот это какие-то специальные краски. Туда вбиваются и не смываются почти. Вот. Они уже давно нарисованы. Вот такая весна в Подмосковье. И снег ночью шел. Вот он, голый. Голый бегает по улице. Что, Ричи? Закрыли тебя. Он парень такой, он кусается. Лед присыпанный снегом. Вон он, по веревочке. По веревочке идет. Сейчас иду. Вот какая красавица с ушками с какими. Вот видишь, я снимаю. Ой, ой. Ой, плакал. Нытья. Ой, какой хорошенький. Нытёк. Господи. Мальчик красивый, такой хороший. Такие глаза испуганные. Прям не бойся, тут ныть. Тут. Чего такое? Все. А это его дочка. Дочка Соня. Да, дочка Соня. Вон она какая. А сейчас я вам покажу маму, поймете, в кого она. Вот. А это мама. Вот надо же, отец такой черный. А это белый. А это да? Белый, дочка прям белая. А ушки папины. Да. Ну и какие. Красота. Красота. Это страшная сила. Точно. Ну ладно. А покажи. Вот, мои дорогие, это город Щелково.
Есть такой город в Московской области. Я здесь родилась, 33 года прожила, а потом все. За эти 30 лет так все изменилось, что я, например, так и не узнаю вообще места. Вот, мои дорогие, еще вот такой буфет. Ой, какая красотища. А в этом буфете Мариночка моя собирает тарелочки из разных стран. Это я вам покажу там потом. А ее муж делает снизу настоечки. Да, а муж делает настоечки. На грецком орехе. Ага. Это вот у нее этих тарелок. Я вам покажу потом завтра. Из разных стран и всякой красоты. Ну, машинки знаем все, да, такие? Ой, а стул какой! Охренеть! Зингер. Вот так вот. Ой, какая-то картина. Какая-то картина старинная. Ой-ой-ой. Представляете, какой Мишка? Вот сколько ему лет? Даже не представляю. 50, 60. Такой раритет. На рыбалку собрался. В Серегиных сапогах. 47-го размера. Какое чудо. Сейчас такие мишки бешеных денег стоят. Ужасно. Он не похож на себя. Он гораздо в жизни лучше. Но вот эдакая картина. Вот. А это еще тарелки у Марины. Ну, тут такой свет. Темновато. Вот. Это еще не все. И в другой еще комнате. О, сколько. Любит-то вызовешь такси? Яндекс. Во. 84. Ой, вообще у них столько всякого интересного. Комсомольская правда. Старая. Вот это Маринина фотографии в газете. Поздравляли. Так. Уговариваю Маришку открыть свой канал. Это участок на Луне купленный. Да, люди покупают участки на Луне. Сережка мне вызывает такси. Да, мои дорогие, сегодня я лечу в Крым. Но на этом мое путешествие... А я не знаю, какое оно. Два или какое? Какое Шереметьево? Лететь в Крым-то. Вот. Но на этом не заканчиваются мои путешествия. Я еще поеду в Севастополь. Вот, видео еще не выложили мы с Любашей Саранчой. Так что, кому интересно, у меня ВКонтакте на стене выложено. Можете посмотреть. Нас снимал Пятый канал. Все, уезжаю сегодня.
Погода такая, то тает, то опять мороз, снег идет. Уже хочется тепла. Да, чудесно вообще. 2 дня прошли в съемках. Ой, мои дорогие, как я благодарна Любаше Саранче. Я вот не умею человеку так сказать. Мне вот проще на камеру сказать. Как я ей благодарна. Такое ее отношение. Ну просто вообще. Ну замечательный человек. Вот мы с ней ни разу не встречались, а тут сразу тебе и телевидение. Ой, столько эмоций было, ну просто вот не передать вам. Вот, вы меня, во-первых, простите, я сейчас не отвечаю практически на комментарии, потому что вот у Марины с Серегой очень плохой интернет. В общем, я путем ничего сделать не могу. Вот, сегодня я прилечу в Крым вечером. И завтра займусь комментариями и вообще работой. Вот, потому что в этих поездках туда-сюда. Вот, сейчас зайду в магазин. Надо пленку купить. Чемодан обмотать. Вот. Так что, мои дорогие, все хорошо. Все хорошо. Я вас люблю, всех целую. Пока-пока, мои хорошие.